Итак, мы продолжаем разговор о положении церкви во второй половине XX века. Еще несколько тем, которые не успели разобрать на прошлом семинаре. И первая крупная тема, очень важное, серьезное событие в жизни католической церкви, событие, на которое смотрели все остальные церкви, тоже с большим вниманием, пытаясь понять, что происходит и как оно теперь будет организовано. Это Второй Ватиканский собор, 62-65 годы. 3 года он шел, было принято очень много постановлений, очень много обсуждений, очень много вопросов рассмотрено, много дискуссий и много таких неоднозначных мнений о самом соборе и его последствиях. Итак, изначальная цель собора. Во-первых, это продолжение Первого Ватиканского собора, о котором мы тоже говорили, который был в XIX веке, и который фактически не успели закончить из-за политических изменений в Италии. И Римская католическая церковь, часть кардиналов, часть священников, считала, что надо продолжить тот собор и решить, как относиться к тому, что происходит вокруг, к изменениям в богословии, в богослужебной практике, в церковной жизни, выработать какие-то общие представления, общие каноны. Причем изначально собор все-таки собирали люди больше консервативные. Это был такой, можно сказать, оборонительный собор против вот всех влияний, изменений, которые пришли с эпохой модерна, с революциями и прочими изменениями жизни общества. Но пока собор проходил вот эти 3 года, выяснилось, что мнения очень разные и далеко не только консервативные. Итак, что обсуждалось? Догматика и богословие, вещи, связанные с непогрешимостью папы, решение, принятое на Первом Ватиканском соборе, и решение, которое привело к отделению старокатоликов. Подтверждение целибата для священнослужителей, то есть не только для монахов, но и для рядовых, для обычных священников. Организация монашеской жизни. Вопрос о проведении литургии. Очень такой болезненный вопрос из-за того, что к католической церкви присоединился ряд восточных церквей, которые продолжали богослужение вести на национальных языках, либо на греческом, как греко-католики. И возник вопрос, естественно, почему им можно, а нам нельзя. Если мы говорим, что священным языком может быть только латынь, как так получается, что у кое-кого священный язык не латынь, а вовсе даже греческий, например? И этот вопрос тоже вставал в церкви. Экуменизм, взаимоотношения с другими христианскими церквями и также взаимоотношения с другими религиями, с иудаизмом, с исламом. Влияние на государственную политику, потому что как раз это вот время, когда богословие освобождения, когда вопросы социальной справедливости, мнение церкви по вопросам общественного устройства, они начали все больше проникать в церковь, изменять ее, ставить новые и новые вопросы, и ответы были, ну, в общем-то, непонятны. Ну да, новые научные открытия, культурные изменения и продолжение темы богослужения, использование церкви иных способов музыкального сопровождения, художественного оформления. И опять же, связано с тем, что в католическую церковь входили церкви, ну, скажем так, не совсем европейской традиции, у которых было желание вести богослужение не только посредством органа и хора, но там с использованием местных национальных инструментов. У них были люди, которые умели играть на этих инструментах, хотели на них играть и хотели использовать свое умение, чтобы прославить Господа. И насчет художественного оформления тоже, потому что это уже 60-е годы. Это уже модерн со всеми его разновидностями вроде абстрактного искусства, даже вообще сюрреализма, он уже не просто прошел, он уже стал в каком-то смысле классикой. Уже художники работают в этой манере, для них она уже привычна, а классическая манера уже кажется сильно устаревшей. Итак, вообще собор, как я уже говорил, он был
Он шел долго, обсуждений было много, решений принято, ну, несколько больших документов. Есть материалы на русском языке, можно их найти, почитать. Я тут выписал, ну, какие-то такие важные вещи. Сохранение догматических положений, особенно вот связанных с, ну, мы говорим, культом Девы Марии, ну, тут говорят, почитанием Девы Марии, все сохранено. Безошибочность Папы Римского, когда он говорит с кафедры, сохранена. Целибат для священства сохранен. То есть какие-то, то есть вот позиция собора, такая итоговая, она была в том, что какие-то вещи, связанные с обрядами, с оформлением церковного служения, там можно пойти на уступки, но сохранить центральные вещи, иерархию священства, целибат для священства, догматы, в том числе догматы о почитании Марии, о безошибочности Папы Римского. То есть вот эти вот центральные вещи сохранить, остальное предоставить верующим, епископам местным, свободу выбирать, что именно применять и как применять. И в том числе большое достижение, в общем-то, после стольких лет споров с протестантами о том, можно ли использовать национальные языки на богослужении. Один из поводов для 30-летней войны и вообще для войн между католиками и протестантами. Все-таки разрешено проводить богослужение, литургию на национальных языках. Причем разрешение такого плана, что мы считаем латынь священным языком, лучшим языком для проведения литургии, но разрешаем в случае необходимости, по согласованию с Ватиканом, проводить литургию на других языках. И этим пунктом достаточно быстро воспользовались. Ватикан завалили просьбами разрешить там. И как бы оказалось так, что очень-очень многие церкви хотели проводить литургию на национальном языке. Либо, второй вариант, проводить в воскресенье две литургии. Одну на латыни, другую на национальном языке. Тоже было очень распространенное решение, которое, ну, проводится до сих пор. То же самое с национальными музыкальными инструментами, то же самое с художественным оформлением. То есть мы считаем, что вот орган, хор – это идеально, это лучший вариант, но если вы хотите, можете использовать что-то другое. Мы считаем, что западноевропейская классическая живопись лучшая для оформления церквей, но если надо вам, если вы считаете это необходимым, используйте. И этим решением воспользовались. Вторая часть – это, вот, конечно, возможность религиозного плюрализма, религиозной свободы. Вот очень тонкий момент, потому что именно под религиозной свободой имелось в виду, трудно даже так вот сказать. Все-таки Второй Ватиканский собор подтвердил все догматы католической церкви. Но, скажем так, разрешил свободу трактования этих догматов. В том числе новые теологии, так называемые, то есть вот движение, близкое в чем-то к либеральной теологии внутри католичества, переосмысление классической, традиционной католической догматики, выдвижение новых идей, в том числе Тейяр де Шарден, о котором мы говорили, с его идеей о том, что вот этот вот Божье царство, новый мир, это продукт развития, результат развития имеющейся вселенной, что не будет какого-то вот перехода, что вот Господь придет, уничтожит предыдущий мир, создаст новый, а что этот мир плавно перейдет в новое состояние эволюционным путем. Эта идея тоже стала очень популярной. Идея, которая, в общем-то, идет вразрез с классическим католическим учением. И точно так же там богословие надежды, богословие встречи, то есть вот эти вот новые течения в богословии 20 века, тем или иным образом разрешено о них мыслить, писать, применять, даже катехизисы переписывать с учетом этого влияния. То есть в католичестве прошло такое вот установление разных форм догматических форм трактования догматического богословия. Итак,
В части политической тоже такие компромиссные варианты. То, что, да, осуждается несправедливость, осуждается угнетение, осуждается диктатура. Да, поддерживается благотворительность, призывы к миру. Это очень важная часть деятельности Ватикана и епископов, что все должны выступать за мир, поддерживать все пацифистские движения, да. Но при этом никакого участия в движениях теологии освобождения, никакого участия, конечно, в революционной деятельности. Даже иногда прямые запреты священникам участвовать в чем-либо подобном. То есть такая позиция, что мы за все хорошее, против всего плохого, но мы не собираемся предпринимать каких-то вот радикальных действий ради установления того хорошего. В части экуменизма. Вот это вообще радикальный поворот отношения католичества к другим конфессиям и даже к другим религиям. До этого католики придерживались позиции, что католичество – единственная правильная вера, что католические способы богослужения единственно верные. Теперь появляется вот это, что да, у нас все правильно, но у других тоже есть своя правота, есть частичная истина, как это называлось. И не только у христиан, но даже и у иудеев, у мусульман. Вообще некоторое такое осуждение антисемитизма, то есть призывы к, ну не сказать, что, скажем так, совместному общению с мусульманами, с иудеями, и опять же призыв ко всеобщему миру. К православным тоже обращение, что давайте как-то, ну скажем так, совместно что-то делать, но не то, что совместное там богослужение, совместная молитва, а именно совместное вот давайте все вместе выступим и призовем к миру во всем мире. Вот такая скорее позиция. Но тем не менее это был уже большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше. Итак, призыв к мирянам, да, более активно участвовать в жизни церкви, к апостольской миссии. И как оно обычно и бывает, как это было после Первого Ватиканского собора, достаточно большая часть католических священников, католической паствы не приняла эти решения Второго Ватиканского собора. И до сих пор, вот уже сколько лет прошло, Второй Ватиканский собор вызывает очень много вопросов. Если почитать, ну, на русском языке про Второй Ватиканский собор в основном пишут православные, пишут осуждающие. Для них это все ересь модернизма, ересь либерализма, и что католичество вот прям ушло куда-то не туда. Из таких отделившихся, наверное, самое известное это священническое братство Святого Пия X, Марсель Лефевр. Оно, причем, оно, что интересно, они не ушли вообще в отделение, они не стали создавать свои иерархии, они продолжают быть частью католической церкви. Но при этом они, воспользовавшись разрешением на религиозный плюрализм, на проведение богослужения на том языке, который они предпочитают, они сказали, а мы предпочитаем проводить богослужение традиционно, на латыни. Там, кстати, в этих решениях и в последующем было довольно сильное реформирование литургии, то есть там порядок менялся, ну еще там вот именно вот по самому проведению церемонии было достаточно много изменений. Вот эти вот лефевристы, как их называют, они продолжают все проводить так, как будто никакого Второго Ватиканского собора не было, никаких решений не было, то есть никаких там национальных инструментов. Все вот так, как было раньше. Такое вот традиционалистское движение, которое, ну, пользуется достаточно большой популярностью. Движение седевакантизма, пустого престола. Но эти вот пошли дальше. Они сказали, что папы римские отошли от истины, от правильного правильной церковной организации, что трон папы римского опустел, и, соответственно, не признают его авторитета, не признают его полномочий, хотя все равно они считают себя католиками. Просто такими вот более правильными католиками. И даже дело доходит до того, что есть вот такие самопровозглашенные папы римские, которых объявляют. Но это все достаточно такое маргинальное движение. Но вот есть несколько таких, и было несколько человек, которые так себя проявили.
и отношения, да. С одной стороны, большая открытость католичества, с другой стороны, определенное произошло размывание границ. То есть не совсем понятно, что такое теперь быть католиком. Слишком уж разные движения, богословские идеи объединены под этим понятием. И, как я уже говорил, экуменизм, католичество, вот это вот «давайте же обнимемся», оно вызвало такое некоторое смущенное отношение в других церквях. Ну вот, в частности, у православных попытки, действительно, у Московской патриархии были попытки поучаствовать в этом процессе, действительно, там встреча между патриархом и папой римским, но среди традиционалистов в православной церкви все это вызывало сразу же обвинение в ереси. Итак, еще о новых движениях, новом развитии богословия, то вот с чем столкнулась католическая церковь, другие церкви во второй половине 20 века. Мы уже уже на предыдущем и до этого перепредыдущем семинарах говорили про либеральное богословие. Оно, конечно, никуда не исчезает, оно развивается, оно, ну, не сказать, чтобы изменяется, скорее оно пытается оформить свои позиции, собственно, выработать свою систему богословия и свои представления о истории христианства. А что повлияло достаточно сильно на развитие богословия, особенно в части библеистики вот в это время? Это, конечно, открытие двух больших библиотек с рукописями первого века и второго, третьего века. Это библиотека Нагхаммади в Египте. Там несколько рукописей, которые считались утерянными. Ну, правда, это рукописи больше гностические, в том числе и Евангелие от Филиппа. Но вот они тоже показали, как существовало раннее христианство и какие в нем были группы, помимо вот такого традиционного догматического богословия. Открытие, конечно, кумранских рукописей, свитков Мертвого моря. Вообще, величайшее, можно сказать, открытие библеистики, ну, даже не знаю, может быть, вообще в истории церкви даже, потому что огромное количество текстов, намного лучше стало понимание иудаизма первого века Рождества Христова, иудаизм периода второго храма, как его называют, намного лучше понимание тех споров и конфликтов, которые происходили в иудейском обществе тогда, и вообще, может быть, реконструкция той эпохи, ну, просто вот, наверное, лучшее из всего, что было вообще в богословии за время его развития. И 85-й год, ряд библеистов, в основном либерального направления, решили собраться и провести такое вот совещание, так называемый семинар по Иисусу, чтобы уже четко определиться вот все эти вопросы о том, кто был Иисус Христос, в чем состояло его служение, о чем он говорил, какие цитаты из его речей в Евангелии правильные, какие сочинены позднее, что вообще происходило в то время. Вот они решили, ну, как бы, поставить точку в этих спорах и провести такое вот совещание, семинар по Иисусу. Почти там 150 человек из разных деноминаций, и в том числе там были и иудеи тоже приглашены, как специалисты по тому периоду. Собирались много раз, вот и в 80-е, в 90-е годы. Есть, в общем-то, тоже можно найти записи о проведении семинаров, об их итогах. Интересная идея, что решение о том, какие цитаты подлинные, какие неподлинные, проводились голосованием. Там были разноцветные шары, то есть цвет зависел от того, насколько человек считает цитату подлинной, то есть с какой вероятностью. То есть маловероятно один цвет, более вероятно другой цвет. Дальше вот эти шары собирались. И по такой цитате голосуем, собирались эти шары и решалось, какая цитата более вероятна, что она действительно подлинная, а какая менее вероятна. Ну и вот даже появлялись там, можно сказать, тексты Нового Завета, Евангелий, расчерчены вот этими вот разными цветами, какие более вероятны, какие менее вероятны.
что, понятно, вызывало большую критику со стороны исследователей, в том числе исследователей либерального вполне направления, указывающих на то, что это, ну, просто какая-то профанация научного подхода, что вот мы, если мы уже голосование начинаем решать, где истина, а где ложь, то это мы уже как-то совсем уж от научного метода отошли. Тем не менее, в чем важность семинара по Иисусу? То, что опять вот эта проблема раннего христианства, она опять обрела большую популярность. Очень много обсуждались эти решения семинара. Многие участники семинара написали труды по итогам. Многие написали критику. На русский язык переведено не так много, но основные такие самые известные вещи вот Барта Эрмана, «А был ли Иисус?», Маркуса Борга, «Бунтарь Иисус», они переведены на русский. Кстати, издавало их издательство «Эксмо», вполне себе светское издательство, не специализированное какое-то религиозное. У них была целая серия с такими черными обложками. В магазинах прям вот стояло, в обычных книжных. Ну, как-то они не так много всего издали. Но, с другой стороны, они же издали Крейга Эванса, который активно критикует решение семинара и сам подход к этой проблеме. Причем Крейг Эванс, он богослов, он занимался библейской археологией, он специалист, он ученый, он критикует именно с точки зрения ученого. Джеймс Данн, «Новый взгляд на Иисуса», у него, ну, другой вообще взгляд в том плане, что он считает, что неправильно пытаться применять методы научного анализа, выработанные в 19-20 веке, в совсем других условиях культурных, научных, применять их к текстам, написанным в 1-2 веках от Рождества Христова, что это просто не работает, что у Евангелия своя логика, свое понимание того, что происходило, и нужно пытаться проникнуть в то, что думали авторы, как они себе представляли евангельскую историю, а не пытаться их вот так вот расчертить разными цветами, что там кажется исследователям более вероятно, что менее вероятно. И да, важный момент, конечно, то, что огромное количество материалов по библеистике. Сейчас, ну, на русском, конечно, меньше, на английском, я так понимаю, просто вот невероятное количество. То есть сейчас, кто интересуется проблемой раннего христианства, проблемой исследования Нового Завета и читает на английском, бездна материалов, причем самого разного уровня, от научных монографий до популярных работ, прям вот для, ну, начинающих, совсем для такого введения в тему. Так что вот тоже важный момент и в истории церкви в том числе. Итак, еще одна большая тема, повлиявшая на церковь во второй половине 20 века, ну, в чем-то тоже продолжение того, что, о чем мы говорили применительно к концу 19 века, что церковь традиционная, с одной стороны, подгрызаема либеральным богословием, а с другой стороны, растворяется вот в этой теософии, мистике, оккультизме, в котором его представители используют разные христианские идеи, концепции, работы таких христианских мистиков, как Сведенборг, допустим, для вот, интегрируют их в свое учение синкретическое, которое приобретает черты вот такого всеобщего, что вот везде проявление мистики, что в буддизме, что в христианстве, и такое вот равенство всех религий, что вот все они равны, все просто такие разными путями ведут к Богу. И продолжается это, можно сказать, последовательность. Но она развивается, и появляются некоторые тоже новые воздействия. Такие, например, как традиционализм. Традиционализм тоже это, ну, разнообразное движение, учение. Если так вот свести к тому, что говорил Рене Генон и близкие к нему авторы, они считали, что вот была некая традиция духовная, нравственная, общественная, на основании которой строилась культура, и вообще все строилось на основании, но эта традиция была утрачена при переходе к обществу современному.
и что необходимо возродить эту традицию и преобразовать общество на основе этой традиции. И разные представители этого течения, они обращаются к разным традициям. Вот Рене Генон, чем, собственно, его значимость? Человек, наверное, наиболее последовательный. То есть он познакомился, он сам из Франции, из католической, ну, из католического такого вот круга общения, познакомился с суфизмом, мистическим течением в исламе, принял ислам, переехал в Египет, насколько я помню, да, по-моему, в Каир. То есть стал исламским богословом, достаточно тоже известным в арабских, вот, ну, в арабском мире. Он вот нашел такую традицию. Дальше искали разные традиции. Кто-то обращался вообще к опыту язычества, к шаманизму, к таким, ну, так совсем уж древним культам, архаическим. Кто-то обращался к католицизму, потому что же тут главный смысл традиции, что должна быть какая-то традиция, которая длилась столетиями. Что там была преемственность, что одни и те же идеи, они переходили от учителя к ученику, от отца к сыну и так далее на протяжении долгого времени. И католицизм, в общем-то, вполне себе традиция. Вот в нашей современной российской культуре, допустим, Константин Крылов, умерший не так давно, недели три назад, он себя назвал зороастрийцем. Ну, да, он был одним из таких самых заметных представителей движения традиционализма в русской культуре. Вот он считал, что вот зороастризм — это правильная традиция. Точно так же индуизм, буддизм, даосизм — все это можно вот использовать. И, ну, некое такое, можно сказать, черное пятно в истории традиционализма — это то, что в 20-30-е годы фашизм, нацизм использовал многие наработки традиционализма, и разные представители этого движения сотрудничали, поддерживали, что-то писали о том, что вот фашизм — это действительно возврат к традиции. Особенно в части неоязычества, потому что в немецком фашизме, в нацизме действительно было и такое составляющее частью, была такая составная часть, это вот разные неоязыческие представления. Ну, там было много всего разного, но в том числе и обращение к такому опыту. Итак, что касается вообще оккультных практик, вот разных таких мистических учений, популяризованных, упрощенных. В конце 19-го, начале 20 века, вот этот вот серебряный век с его декадансом, он очень любил обращаться к опыту разных путешествий в астрал, столоверчение, гадание. Много людей этим увлекались, но в этот период все-таки это скорее было увлечение для интеллигенции, для аристократии. Оно не было таким уж массовым. И оно не было как-то структурировано. Это были вот отдельные учителя, были отдельные последователи, которые могли там переходить от одного учителя к другому. Не было институтов, не было организаций. А вот как раз после Второй мировой войны, вот тут вот началось просто бурное развитие. Причем, опять же, Вторая мировая война, ну и Первая мировая, и беженцы после Первой мировой войны вели к тому, что разные культуры очень сильно перемешивались. Люди путешествовали, ну, добровольно или принудительно. Армии, солдаты куда-то приезжали в другие страны и там знакомились с местными обычаями и с местной культурой, потом привозили это обратно домой. Беженцы, ну, допустим, православие на Запад, в Европу, в США принесли в значительной степени беженцы из России после революции. Более тесное знакомство с дальневосточными обычаями, то есть с даосизмом, с дзен-буддизмом японским. Опять же, развитие дзен-буддизма очень активное. Более глубокое
знаком с индийскими традициями. Вообще с Индией были уже в 19 веке хорошо знакомы, но тут это вот уже переводы, появление вот этих вот ашрамов в США и Европе, то есть ну, собраний, на которых вот учитель, ученики, открыто, куда может любой прийти, появление организаций, которые это поддерживают. То есть вот уже очень-очень такое развивающееся сообщество. И 80-е годы, удивительный вообще был всплеск мистики, 80-е, 72-я половина 80-х, даже вот в СССР, кто помнит, когда вот эти все УФО, НЛО все начали искать, какие-то вот то собаки лают, то руины говорят. Вот, ну, если кто помнит прекрасную песню Высоцкого, которая вся посвящена Бермудский треугольник, НЛО и так далее. Экстрасенсорика, астрология. Ну и постепенно, да, с Запада проникают йога, дзен, буддизм. Популярная психология. Очень популярная психология. То есть вот, вот упрощенная до предела. Настолько, что она уже начинает сливаться с астрологией в чем-то. И тогда же, вот 80-й год, это появление того, что назвали New Age, то есть когда вот эти все мистические оккультные проявления сливаются в одно большое движение, когда все начинают считать себя неким единым целым. Опять же, про идеологию New Age можно много говорить, проблема в том, что она достаточно разнородна. Но мистический опыт, желание изменить себя посредством духовных практик, причем очень часто заимствованных совершенно из разных культурных духовных традиций, из разных учений. Это чтение литературы вот всякой такого рода. Опять же, в 90-е годы вот был у нас такой магазин «Путь к себе», например. Туда заходишь, он был на белорусском, кстати, я там тоже заходил, там, потому что там были и книги по христианству, в том числе. То есть вот так вот все, одна полочка, значит, йога, одна полочка буддизм, одна полочка ислам, суфийский ислам, причем именно вот мистический, и полочка тоже вот антихристианской, тоже такого мистического плана литературы. То есть вот эта идея экуменизма, которую мы, опять же, упоминали в связи с Вторым Ватиканским собором, она тут уже преобразуется в то, что все равны, все идут одним и тем же, идут разными путями к одному и тому же абсолюту, там, слово «Бог» как бы не очень употребимо. И, конечно, для церквей христианских встает вопрос, как к этому относиться, что по этому поводу думать. Опять же, традиционализм, о котором мы говорили, он есть и вполне себе христианский, католический, православный, очень сильный. И параллельно с этим идет еще одно движение, уже возникшее внутри христианства, но, как многие критики считают, связанное с повышением интереса к мистике и оккультному. Движение харизматии. Движение даров Святого Духа. 1960 год. Епископальный священник Деннис Беннет в своей общине объявляет о том, что он был крещен Святым Духом, о том, что он получил дар языков. Епископальная община консервативная это все отрицает, считает, что он ну, впал в ересь. Он начинает активную деятельность, но в принципе, вот эту деятельность по использованию, по, так сказать, по проникновению этой идеи о необходимости обретения даров Святого Духа, эта деятельность получает очень сильное развитие, в том числе не только в протестантских церквях, но и в католических. 67-й год проникновения, но, в принципе, уже до этого были католики, которые тоже объявляли о дарах Святого Духа, о том, что Святой Дух их особым образом ведет, особым образом их наполняет и меняет их жизнь. Ну и, опять же, харизматическое движение очень разнообразное, очень разнородное.
Очень многие считают, даже внутри самого харизматического движения, что те или иные его проявления – это крайность, что это чересчур. Но, тем не менее, я тут выписал подчеркивание важности таких даров Святого Духа, как исцеление, пророчество, развлечение духов, чудотворение, говорение на иных языках, изгнание бесов еще можно добавить, экзальтированные практики на богослужении, ритмическая музыка в прославлении, эмоциональное воздействие в проповеди. А что тут важно подчеркнуть? Вот это вот, то, что мы сейчас называем харизматическим движением, не является чем-то принципиально новым для христианской церкви. И в ранней церкви существовало что-то подобное, хотя мы не очень понимаем, в каких формах и в каких практиках, ну, мы слишком мало знаем о, так сказать, жизни, о подробностях служений и жизни ранней церкви. Но ясно, что есть свидетельство о том, что да, что-то подобное существовало. В средневековой церкви можно вспомнить, допустим, движение флагелянтов, тоже вполне себе экстатическое, люди, которые собирались большими группами, бичевали себя в знак покаяния. То есть тоже, в общем-то, это экстатическая практика. Вообще, в середине XIV века, в связи, скорее всего, с эпидемией чумы, когда люди считали, что вот конец света уже наступил, практически вот-вот-вот он настанет, когда появились вот эти идеи Ахима Флорского о эре Святого Духа, о том, что в это время будет особое воздействие Святого Духа на церковь и на верующих. Тоже развитие экстатических практик. Если брать протестантизм в США, тоже там проповедники, которые вот особенно используют это самое эмоциональное воздействие на аудиторию, вырабатывается особый тон проповеди, который строится не на, ну, не столько на цитатах из Библии, на разборе цитат, сколько вот на личном опыте, на переживаниях, на призывах к покаянию и в том числе вот на таких вот, ну, можно сказать, суггестивных практиках, воздействующих на вот это вот массовое проявление чувств. С исцелениями тоже было движение христианской науки в США, которое вот комбинировало христианство с идеями о том, что молитвах, специальных молитвах, которые способствуют исцелению. Если говорить, допустим, о истории церкви в России, можно вспомнить движение хлыстов. Трудно сказать, насколько оно было массовым, но свидетели хлыстовских родений, они как раз в первую очередь говорят о вот этих вот практиках совместных танцев, совместных каких-то возгласах, выкрикиваниях и вот такой вот напоминающий харизматическое, так сказать, настроение, вот этот настрой на то, что весь мир вот-вот сгорит, а мы, те, кто вот живет вот такой вот жизнь, те, кто имеет особый дар Святого Духа, отличающий их от обычных христиан, только они спасутся. Вот это вот эсхатология тоже важная часть харизматического движения. А Григорий Распутин вот тоже вспоминается. Чем он, собственно, так повлиял на царскую семью? Тем, что, как считается, он мог вводить цесаревича Алексея в гипнотическое состояние, и тем самым излечивать его болезнь. У него были проблемы со свертываемостью крови, и если какая-нибудь рана, маленькая царапина у него случалась, у него кровь текла и не останавливалась. Считается, что Распутин как-то с помощью гипноза его, ну, не то что исцелял, а прекращал это течение крови, и это воспринималось как чудо, как старец своим, благодаря своей святой жизни, благодаря своему особому дару, вот исцелял ребенка царской семьи. Иоанн Кронштадтский, тоже, когда о нем читаешь, это проповедник, священник в Русской Православной Церкви, канонизированный, то есть он, да, святой, почитаемый. Но когда про него читаешь, то его проповедь, в общем-то, очень похожа на современные харизматические проповеди. Тоже воздействие на эмоциональность, огромные толпы, которые стекались его послушать, исцеление, которые происходили в результате его проповедей и призывов. И такое вот тоже опора не на комментирование Священного Писания, не на разъяснение
а на вот личный эмоциональный опыт. Но вот эта вот практика, правда, после Иоанна Кронштадта, после его смерти, она как-то не нашла продолжения в православной церкви, но, тем не менее, вот некое такое подводное течение, оно все равно остается. И когда мы говорим о несколько более позднем движении харизматическом, вот в 80-х годах, вот то, что связано с движением веры, с Евангелием процветания, когда идея о том, что вера ваша способна менять мир, что то, чего вы страстно желаете, и то, что вы страстно выражаете в вере, с молитвой, то Бог вам это непременно даст, что нужно просто подобрать правильные слова, правильно умолить Бога. И вот этот вопрос о том, ну вот вопрос вечно относящийся к, ну вечно, вот последний год, последний вот это вот, сколько уже получается, 60-летие харизматического движения, о том, насколько оно действительно вдохновлено Святым Духом, насколько оно опирается на психологические практики, эффект массового гипноза, потому что вот я когда вижу вот эти вот такие крайние проявления харизматических служений, когда там люди танцуют, когда там по приказу, по команде пастор что-то делают, там падают на сцену. Я вспоминаю сеансы массового гипноза конца 80-х. Ну, Кашпировского я видел только по телевизору. О сеансах других вот гипнотизеров это было очень популярно. Я слышал рассказы людей, которые вот это видели своими глазами. У меня мама вспоминала, как к ним на работу, в ДК, вот на работе приходил такой гипнотизер. И на нее это, конечно, произвело очень сильное впечатление, когда вот действительно по его команде люди там падали, как-то двигались, что-то там делали. И действительно вот вопрос, насколько здесь проявлений веры, а сколько проявления подражания вот этого группового увлечения. Когда группа что-то делает, когда она превращается в единый организм, эта практика, они вообще достаточно известны. Да, еще это делается обычно под ритмическую музыку, ведущие используют специальные оттенки голоса, там есть такие вот команды, которые воздействуют на психику. В принципе-то, так если посмотреть, даже в армии, например, почему так любят устраивать маршировку, вот это вот ощущение единого организма, который выполняет команды именно как единый организм. Когда человек считает себя не частью, не отдельной личностью, а он становится частью вот этой вот машины, которая идет в ряд, которая выполняет команды без размышлений, без рефлексии, которая все делает. То есть эти практики, они существуют достаточно давно. И да, вот их применение во время богослужения вот вызывает вопросы. И второй вопрос, это, конечно, о, собственно, богословии харизматическом и о движении веры и Евангелия процветания, что там, насколько это все соответствует духу Евангелия на самом деле. И о том, что во время богослужения, тоже, если так вот посмотреть, послушать, нет, собственно, вот разбора Слова Божьего. Есть воздействие на психику. Вот, и оно вот так себе проявляет. С другой стороны, на это могут ответить, да, и тоже справедливо, что харизматическое движение зажгло много сердец, что оно себя проявило, допустим, в католичестве, где вот эти вот практики такие вот критикуемые харизматические, их, в общем-то, стараются не использовать, а именно опираются на то, что вот движение духа, что оно изменило людей, что оно дало им страсть, энергию продолжать свое христианское служение. И в католичестве достаточно много харизматов, и вообще вот это вот харизматическое католическое движение, оно тоже вот продолжает, оно развивалось, продолжает развиваться. И с православием современным тоже, там все не так просто, потому что, конечно, православные очень резко настроены против всего, связанного с харизматическим движением, но, с другой стороны, в традиционное православие проникают некоторые идеи,
и, допустим, вот движение против штрих-кодов, которое зародилось как раз в харизматическом движении. Там была женщина, не помню ее имени, к сожалению. Она написала книгу о том, что вот действительно штрих-коды — это знак Антихриста, что там зашифрованы три шестерки, что это все вот как-то цифровая ересь. Дальше эту книгу перевели на греческий, она пользовалась большой популярностью в греческом православии, и уже из греческого православия пришла в православие русское. И движение против штрих-кодов, оно вот в русском православии в таком традиционалистском существует. Вот, вот такие вот вещи. Или, допустим, экзорцизм, изгнание бесов, практика известная в харизматическом движении, существующее и в православии экзорцизм, изгнание бесов. Ну и вообще, вот, вот это отношение к мистическим практикам, к таким дарам, как исцеление или пророчество, в традиционных церквях, особенно в православии, есть четкое мнение, что это возможно только после долгой практики, духовной практики, в монастыре, после обязательно с духовным наставником, с молитвой, с постом, несколько, много лет. То есть это уже только вот в очень преклонном возрасте человек обретает все эти, в какие-то из этих даров он, можно сказать, вымаливает своим участием в духовных практиках. А в харизматическом движении эта идея, что вот получить, так сразу. Вот раз и все, и вот оно уже есть, без каких-либо усилий. И тоже вот я читал одного православного автора, который как раз считает, что вот в таких вещах в православии, как почитание старцев, царебожничество, что есть определенная связь с харизматическим взглядом на мир. С вот этой вот идеей, что можно раз и получить вот это вот духовное наставление, исцеление, пророчество какое-нибудь от старца, что старец, можно сказать, вот такой вот харизматический лидер, наподобие того, что есть вот в харизматических церквях, что вот уж если он помолился, то все, это гарантированно. Ну и так далее, и тому подобное. Ладно, про харизматию мы как-то долго. Давайте еще про телеевангелизм. Тоже важная тема. Вторая половина 20 века. И изначально это идет еще из 20-х годов, когда начали использовать радио. И проповедники увидели в этом возможность, что радиостанция достигает большого количества людей, что можно использовать радио для дела проповеди, для дела евангелизации. Открываются и радиостанции христианские, и на каких-то и мирских радиостанциях там возникают христианские передачи. В 50-е годы с развитием телевидения начинается переход с радиовещания на телеформат, и кто-то, вот как Билли Грэм, вот здесь вот фотографии его на слайде, он основывает евангелическую ассоциацию, у которой там свое издательство, свое радио, свои кинофильмы они даже снимали художественные, и плюс такая вот, ну, можно сказать, обычная, традиционная евангелизация, то есть путем проповедей, путем того, что Билли Грэм ездил по США в основном, но и по Европе тоже, проповедовал, собирал много слушателей, в том числе после крушения СССР он в Россию приезжал тоже. И такое, опять же, сложное отношение к телеевангелизму, вообще само появление этого понятия телеевангелизм, то, что, во-первых, появляется возможность не ходить в церковь, ну, в таком вот, в реальном мире, а посещать, можно сказать, телецерковь у людей и туда приносить пожертвования, которые стекаются к вот этим вот телеевангелистам. А там, где большие пожертвования, там большие соблазны. И вокруг телеевангелистов, особенно вот такого близкого к харизматическому направлению, всегда существует такая атмосфера скандала. Ну вот, последний, ну вот, собственно,
70-х годов. То есть какие-то нехорошие слухи о их использовании денег не по назначению и так далее. И из-за этого, да, вокруг телевангелизма такая низко нездоровая атмосфера. Но и опять же, как всегда, выясняется, что наибольшей популярностью пользуются именно вот такие вот простые призывы, простые и, так сказать, говорящие к людям, у которых есть нужда там в избавлении от бедности, избавлении от болезней. И это, опять же, соблазн спекулировать на этом, что вот-вот правильная молитва, правильное пожертвование нужному телеевангелисту, что оно решит все ваши проблемы. И это, да, создает такую вот атмосферу несколько нездоровую. И, опять же, телевидение, радио, интернет, как это стало позже, это инструмент. И пользуются им в самых разных целях. Билли Грэм пользовался для евангелизации. Он привлекал людей, которые желали участвовать с ним в этих проектах. Он проповедовал такое догматическое, традиционное Евангелие, но есть и люди, которые, ну, проповедуют в том числе и другие вещи. Итак, времени у нас осталось немного. Тема у нас большая. Ну, давайте, пожалуй, все-таки немного так вкратце. Опять же, вторая половина 20 века, положение стран Варшавского блока, давайте только СССР возьмем. Ну, в принципе, в других странах Варшавского блока была ситуация похожая. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что после долгого периода гонений на православную церковь, на протестантские церкви, произошло такое своего рода заключение мирного соглашения. То есть Сталин, прям вот лично Сталин, разрешил восстановить православную церковь, восстановить патриаршество, избрать нового патриарха. Были снова открыты храмы, семинарии, открыта возможность дослужения. Но в конце 50-х, уже после смерти Сталина, после начала такого нового периода советской истории, который называют оттепелью, но это такой тоже очень сложный процесс, в котором большую роль играло стремление, ну, уже практически последних оставшихся старых большевиков, немножко переиграть историю СССР, попытаться вернуться к ленинским принципам, к ситуации 20-х годов до Великого Перелома. И при этом одной из тенденций того времени было гонение на церковь, и вот это вот новое пришедшее к власти, ну, в первую очередь сам Хрущев лично, новые власти решили восстановить идею о необходимости искоренения религии вообще, то есть любой, христианской, мусульманской, иудаизма. И начались в 58 году новые гонения, новые приняты постановления об ограничении религиозной деятельности, закрытию православных храмов, снимают фильмы, тоже прямо целая кампания пропаганды антихристианской против православных, против баптистов. Вот, фильмы эти показывают нам на многих экранах, то есть в общем, демонстрируют всеми возможными способами, что советская власть выступает против церкви. При этом происходят определенные ответы тоже. Ну, вот известное письмо Якунина и Эшлемана про обличение гонений на православную церковь, где они пишут о том, что вот сложилась такая ситуация, что ваше святейшество, пишут они патриарху, выступите, скажите, что вы выступаете против этого. У евангельских христиан тоже в 62-м году появляется свой независимый союз. Там была история о том, что с церквей требовали списки прихожан, и
часть верующих решила, что это нарушение принципа свободы вероисповедания, принципа свободы собраний, и ушли из тех церквей, которые вот эти списки подавали, которые соглашались сотрудничать с властью. Образовали свой независимый союз, на который обрушились очень жесткие гонения. Ну, точнее, гонения шли на всех, и аресты, и высылки, но вот именно на тех, кто не желал сотрудничать, как катакомбные церкви православные, как вот незарегистрированные пятидесятники, незарегистрированные баптисты, на них вот каток давления был особенно сильным, потому что они мало того, что верующие, что они религиозные, так они еще и не желают сотрудничать. Это прям вот самый страшный грех по понятиям советской власти. 66-й год, вот фотографию я на слайде привел, это знаменитое молитвенное стояние у здания ЦК КПСС. Независимые евангелисты его организовали, оно было разогнано, много людей было арестовано, посажено. То есть вот эти вот гонения где-то до второй половины 60-х годов, они были очень активны. Дальше начинается процесс некого такого постепенного смягчения отношения к православию, связанный даже вот, ну да, во-первых, со смещением Хрущева, но и с приходом такого вот нового поколения, выросшего уже после 20-х, которых не было такой сильной антирелигиозной направленности, а было скорее некоторое безразличие вообще к теме религии, они, с одной стороны. С другой стороны, это еще и большой поворот, такой, можно сказать, советский националистический подход. То есть начинают играть достаточно заметную роль такие новые националистические движения, которые выступают, да, за возврат традициям, начинается интерес к истории дореволюционной, белому движению даже, то есть там было много всего такого интересного, в том числе в среде военных, в среде партийной верхушки, и отношение к церкви, оно так вот постепенно меняется, то есть становится, как бы сказать, вроде нельзя, а в то же время можно. То есть можно ходить на богослужение, крестить детей. Это, как бы сказать, это неправильно, это не соответствует нормам коммунистического сознания. Но если человек это делает, то его не преследуют. А у нас же как, что не запрещено, то разрешено. И в 80-е годы, ну, в конце 70-х, 80-е, большой рост интереса к христианству, к православной традиции, скупка икон оставшихся, реставрация храмов, вообще движение за реставрацию, восстановление храмов, чтение в самиздате религиозной литературы, опять же, большое влияние вот эти вот контрабандисты Божьего Слова, люди, которые привозили Евангелие и Библии целиком напечатанные за рубежом, привозили их на территорию СССР. И опять же, ну, если раньше там человек, у которого там, при обыске, условно говоря, находили Библию, у которого, ну, было известно, что он читает Священное Писание, это вызывало отношение подозрений, неприязнь, то это стало вот как бы, опять же, нельзя, но можно. Вообще поздний СССР, он был такой... людоедский на поверхности и достаточно, ну, спокойный в глубине. То есть там, ну, то есть понятно, что были, да, нельзя сказать, что прям вот все стало замечательно в отношениях церкви и государства. Были и преследования, была атеистическая пропаганда активная, научный коммунизм, все это было. Но вот такого вот, чтобы там жестко преследовать, закрывать церковь, сажать, это уже стало как бы не совсем вот в норме, в порядке вещей. Это как-то ушло в прошлое. И в 1988 году переломная дата, празднование тысячелетия крещения Руси, официальное абсолютно празднование с участием высших партийных деятелей, транслируемое по всем средствам массовой информации. В том же году открытие Свято-Филаретского православного христианского института, но это было подпольное открытие. Официально его зарегистрировали только в 92-м. Но опять же, понятно, что никакой там подпольный институт
Еще в 70-е годы о таком даже и помыслить было невозможно. Все было вот либо официально, семинария, либо какие-то вот неофициальные там связи, поездки в монастырь, все такое. И тоже постараюсь покороче про нескольких, вот я, как обычно, несколько человек из того периода, таких важных, как сказать, в которых проявились тенденции времени. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев – интересная фигура, потому что вот он представляет собой гуманитарный интерес к христианству среди филологов, историков, культурологов. В 70-е, даже еще в 60-е годы можно было заниматься проблемами церкви, исследовать Библию, читать священное писание, читать религиозные тексты, если это предмет твоей научной деятельности. Ну, то есть, если ты занимаешься историей средневековой Руси, если ты занимаешься историей Византии, если ты занимаешься историей западного искусства, допустим, эпохи Возрождения, понятно, что ты должен быть знаком с христианскими текстами, потому что Византия вся пропитана христианством, средневековая Русь, опять же, там без знания священных текстов никуда. Жития святых, понятно. И вот Аверинцев, вот, наверное, один из самых известных как раз представителей вот этого направления. Он занимался, он писал статьи, он, можно сказать, проповедовал даже через эти статьи, потому что можно было, написав несколько таких обязательных слов о марксизме и ленинизме, дальше спокойно пересказывать сюжеты священного писания, приводить цитаты из библейские, писать вообще о христианской культуре. И причем он не был, насколько известно, не был он, можно сказать, в иерархии церкви, то есть он был чтец, там есть такое вот, сам что мирянин, он может, ну, как бы вот это звание чтеца получить и даже имеет право произносить проповеди. И он проповедовал тоже, и есть записи его проповедей. Вот. И, конечно, Аверинцев такая вот фигура очень значимая. И таких подобных фигур их было, ну, вот несколько. Может быть, они даже не всегда были именно верующими, ну, как вот Лотман и Тартусский университет. И люди, которые группировались вокруг него, а это и Наталья Трауберг, переводчик Честертона, это Томас Венцлова, литовский писатель и поэт, это Иосиф Бродский тоже, он вот принадлежал, можно сказать, той же компании. Причем там, в Ленинграде, были более тесные связи с Финляндией и с финской лютеранской церковью, соответственно. Через Прибалтику, через Литву были связи с Польшей и с польским католичеством. И были тоже истории о там, тайном проникновении католицизма на советскую территорию. У Натальи Трауберг где-то в воспоминаниях есть замечательный рассказ про одного молодого человека, который принял постриг в доминиканский орден, стал доминиканцем. Потом его пригласили работать в милицию. Ему его духовный руководитель сказал, что его пригласили не следователем, а просто техническим работником. Сказал, ну что ж, работа как работа. И вот там Наталья Траубер говорит, у него, говорит, было очень интересно. В гардеробе висела рядом доминиканская ряса и костюм милиционера. Вот. Ну, в общем, вот эта связь с диссидентским движением, религиозное и диссидентское движение, они переплетались, они совмещались, они поддерживали друг друга. Знаете, не было такого вот жесткого разделения между интеллигентской церковью и народной церковью, и традиционной церковью. Понятно, что, да, уже начинали друг на друга так смотреть несколько недоуменно представители разных течений в православии, но все же они были вместе под гнетом советского государства. Я тут еще вспомнил Георгия Кочеткова, основателя Свято-Филаретского института, тут вот на фотографии вот Аверинцев, Кочетков вдвоем. У Кочеткова, у него церковь в самом институте, ну, часовня, где проводились богослужения, и вот там как раз Аверинцев читал проповеди. И Кочетков известен как создатель
Преображенского Содружества Малых Православных Братств. Вот структура достаточно развитая, но, как бы сказать, вот у них, наверное, пик развития был все-таки вот на конец 90-х, начало нулевых. Как-то оно не так широко распространилось. Он активно выступает за использование богослужения современного русского языка. Он сам перевел ряд богослужебных текстов на русский язык, в том числе с помощью Аверинцева. Аверинцев был специалистом по разным языкам, ну, очень высокого уровня. Ну и, конечно, Александр Мень, невозможно не упомянуть. Ну, о Мене, я думаю, многие слышали. Проповедник, автор замечательных книг. И, опять же, вот, как Кочетков, так и Мень, и как Глеб Якунин, о котором раньше я упоминал, они подвергались и подвергаются очень активной критике со стороны традиционного православия. Мене обвиняют в экуменизме, то, что в своих книгах он действительно там, особенно вот в истории религии, допускает такие высказывания неоднозначные, которые действительно можно понять как вот, вот этот же вот экуменический подход, который во Втором Ватиканском соборе, что да, истинно вот в православии, не в католицизме, в православии, но те или иные пути к истине, они есть и в других религиях, это ему тоже ставят в вину. Ну и там вообще долгая история протестания меневцев, кочетковцев и традиционного православия, тянущийся еще с конца 80-х годов. Давайте, пожалуй, на этом все. Конечно, еще можно было поговорить про варшавские страны Варшавского блока, но там история похожая. Тоже связь с диссидентским движением, тоже верующие поддерживают такую диссидентскую деятельность. Может, если у нас еще будет один семинар про современное положение церкви, который, правда, я бы уже хотел провести в офлайне, чтобы мы могли уже обсудить. Может быть, немножко пару слов и там получится об этом сказать. Все, вопросы, комментарии, пожелания.